отогнув уголок занавески, смотрят барышни в каждом окне, как в расшитом седле и черкеске, я горцую на резвом коне. Конь горячий, гриф, но послушен, и гордится своим седоком. А чего же седок равнодушен к нежным взорам за каждым окном? Словно Байрон рукой подбоченясь, как Печорин кручу я свой ус, и неподвижная нижняя челюсть говорит об отсутствии чувств. Кто на женщин взирает бесстрастно, тот готовит для них западню. Так что все это только гримаса, и не верьте ни мне, ни коню.